Ну вот мы сейчас заканчиваем уже, следующая лекция будет последней, пройден большой путь. Я чувствую, это самое главное, что все герои, о которых мы говорили, все великие режиссеры, артисты, все, о ком как бы шла речь, стали для вас живыми людьми. Живыми людьми, с судьбами, с тем, что они хотели. Наверное, уже никогда не забудете этих историй, которые, истории их жизни, их взаимоотношений, которые сильнее любого фильма. Это жизнь, ее не перешутишь. Это самый сильный сценарист. Это поразительная история. И я очень хотел бы, чтобы они навсегда, все эти люди, все эти великие театральные деятели, остались для вас живыми людьми. Мы помнили и думали о них, как о живых людях. Не о формулах, не о строчках, не о пустых именах, а как о людях. Это самое главное. Курс восхитительный. Мы с каждым разом уходим с огромной радостью, с огромной мотивацией творить. Это до мурашек. Нет слов. Да, я в восторге. На первом занятии это был взрыв эмоций. Какие-то мысли, которые я слышал на той лекции, для меня просто были открытием. Да, потому что мы недавно составили свои постановки. И оказалось, что все какие-то наработочки, какие-то маленькие штучки, это уже было изобретено давным-давно. И для меня это было просто вау, взрыв мозга. Я уже готовлюсь к выпускному. Есть уже рассказ, есть видение героя. Мне кажется, я споймал его вайб. Русский театр, как оказалось, в львиную долю привнес для всемирного театра. И современный театр зиждется на многих латах русских мастеров, таких как Станиславский, Мерхольд и других. Это полезно знать. Очень рад, что попал на этот курс. И всем советую. Каменский, как педагог, прекрасен, излагает мысли внятно, показывает, объясняет. Приходите, пожалуйста, посмотреть на нас. Мы будем читать рассказы Чехова. Лия будет по истории что-то ты будешь рассказывать, да? У нас будут капустные пироги. Приходите посмотреть. Будет весело. Мне очень понравился курс Константина. Он был очень информативный, с одной стороны, а с другой стороны, очень интересный историями, человеческими историями, которые Константин рассказывал, и получил огромное удовольствие. Так что спасибо большое, удачи вам. Во-первых, видно, что человек сам этим увлекается, вот так интересно рассказывает, всех заражает этим, рассказывает про Станиславского, про Мерхольда, про Вахтангова. Обязательно приходите, это очень интересно, очень познавательно и для профессиональных актеров, и для непрофессиональных актеров, и просто для всех-всех. А, да, и выпускной у нас 23-го, где будет у нас капустник. Мы будем читать рассказы Чехова, Толстого, Алексея. И не только. В общем, будет очень интересно, приходите, мы вас ждем. Будет классно. Я читаю «Сон Попова», вернее, я читаю отрывок оттуда. Это очень актуально на сегодняшний день и как бы подходит к общей концепции. Вот. Сегодня у нас была предпоследняя лекция по великолепному курсу Константина Каменского по истории русского театра рубежа 19-20 веков. Лекция сегодня была у нас о судьбе величайшего русского режиссера Всеволода Ивановича Мерхольда. И равнодушных не осталось. И поэтому, Константин, я думаю, что вы однозначно добились своей цели. Все великие люди, о которых вы рассказывали нам, конечно же, они стали для нас живыми героями того времени. Для меня лично этот курс открыл портал в настоящее искусство. И я сейчас это без пафоса говорю. Спасибо огромное Константину. Низкий поклон за такой великолепный курс. Мы все в восторге. И спасибо огромное всем ребят, которые были с нами на протяжении этого курса. Без вас у нас ничего бы не получилось. Спасибо. Я думаю, что у нас будет очень душевный выпускной, потому что мы поделимся на нем частичкой того огромного тепла, которым поделился с нами Константин на этом курсе.
Так что приходите к нам 23 мая в 7 часов вечера. Это четверг, Liverpool Street Station. Ждем вас с пирогами.